Выделить из бюджета города средства на строительство благоустроенной гостевой автопарковки с освещением у северного входа в больничный городок КБ-50 в районе роддома. С такой поправкой в проект бюджета на следующий год и плановый период 2025-2026 годов обратился депутат Алексей Городничев. На разработку проектно-сметной документации в следующем году необходимо 500 тысяч рублей. Сами работы предлагают начать в 2025 году. Вопрос очень важный. Темное место, весь город туда ездит. Темное место, особенно вот зимой, осенью. Там, вот 24-й поезд сообщает, а 25-й убрать. Ну, в принципе, пожалуйста. Здесь место общего пользования, да. То есть конечно. Такое, потому что больничный городок снизу не проедешь, только пройдешь. Это как раз северный основной сейчас подъезд, по сути, к основному зданию, к роддому. Поправку депутаты вынесли на согласительную комиссию. Еще одна поправка касалась благоустройства территории рядом с Северным парком у дома 37 по улице Московской. Там предлагают создать сквер. Новый сквер станет местом отдыха горожан, а также площадкой для досуговых мероприятий клуба «Мечта», центра внешкольной работы. Сейчас там стихийная парковка, по сути, на просто вытоптанный участок, так сказать, территории. Рядом отделение почты. Туда необходимо тоже нормальный проезд сделать. То есть сейчас там узкий проезд, заставленный. То есть нужны парковки, нужно благоустройство, освещение. То есть сделать нормальный сквер. Поправку депутаты также поддержали и вынесли на согласительную комиссию. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.